Всем привет, это Сами с Сами. Сегодня у нас будет микродоработка вот такого вот прикольного автобусика в стилистике Hot Wheels. А перед началом хотел бы сказать огромнейшее спасибо за донейт двум людям. Комменты будут вот тут. Так, что мы будем делать? У нас нет полностью всей морды, будем ее изготавливать. У нас передние фары просто пластик. Хочу высверлить в середке и вставить туда малюсенькие светодиодики. Я их срежу и вклею внутрь. Также по колесам хотелось бы другие, но у меня их нет, поэтому я просто подчерню, чтобы сделать небольшие цветовые такие акцентики, чтобы они не были просто вот такими серыми однотонными. Ну и в целом, наверное, еще вот здесь чуть-чуть сделаю отверстие небольшое, рассверлю и поставлю имитацию двигателя. Рассверливается просто. Просто сверлю отверстие и надфилем вручную я расточу до вот примерно вот такого вот размера. Что будет у нас с двигателем? Есть вот такие вот машинки, поставлю изнутри вот такую вот штукенцию. Легкая имитация двигателя. По передней решетке как будут делаться? Я возьму, ну это лично в этот раз такой у меня использую способ. Это клавиатура от старого какого-то ноутбука, не помню что. Ну, в общем, он давно погиб, и все кнопочки я с нее поснимал. Берем такую кнопочку, сверлим опять же мы отверстие в середке, потом рассверливаем побольше, и можно либо гравером выбирать потихонечку, либо, как я, надфилем. По итогу у вас должна получиться вот такая вот, по сути, рамочка с маленькой отбортовкой изнутри должна остаться. И сверху, мне этой высоты чуть-чуть не хватало, я приклеиваю кусок просто обычного пластика. В моем случае это пенистый пластик. Я срезаю его по размеру, подтачиваю по размеру, и будет это примерно выглядеть вот так вот. Ну, я думаю, получится неплохо. Внутрь можно вставить сеточку. Я уже как-то ее показывал. У меня это вот такая сетка от чего-то. Какой-то причиндал кухонный был, который я раздолбал. Вырежу я эту сетку, и она встанет у нас вот таким вот образом. Примерно пока вот так. Единственное, что перед этим предварительно я все покрашу вот таким вот маркером. Это маркер с краской, это не канцелярский маркер. Так, ну и в целом все. Кстати, горловина будет заливная. Вот здесь есть маленькое отверстие, и в нее будет вставлен гвоздик. Маленький-прималенький гвоздички. Я так не покажу, но в общем со шляпкой. Это будет якобы заливная горловина. Ну и все, сейчас я это все сделаю и покажу, что у меня получится вот с этого старперского грузовичка. Сейчас он выглядит как-то так себе убого, но он сейчас чуть-чуть немножко оживет. Так, по передней части сделал я вот таким вот образом, установил имитацию горловины, пойдет, в целом пойдет. Я подумаю, может быть, еще сделаю слой сетки заподлицо, чтобы был с краем, но это пока не факт. Так, по дну отсек моторчика пришлось подклеить, так как здесь усик, который фиксирует, был отломлен. Клеевым пистолетом это сделал. Вот здесь сзади был у нас скол, отсутствовал кусок пластика. Я его восстановил, осталось только подкрасить. Вот такой вот хвостик будет выглядеть вот таким вот образом. Более-менее пойдет, похоже. И теперь сейчас буду вот здесь рассверливать, растачивать и ставить наш моторчик, точнее его имитацию. При установке моторчика у меня, само собой, возникла проблема, так как вот эта вся часть как раз расположена в точке фиксации, придется ее срезать. В любом варианте, даже если я поставлю не целиком, а чисто вот эти трубы, все равно ширины пропила будет недостаточно, придется все-таки резать. Блин, как не хотелось, это такой геморрой. Ладно, будем пилить. Немного повозившись, я сделал вот такую вот имитацию двигателя. Пришлось кое-чего тут повыпиливать, повырезать, помучиться. По приборке пришлось тоже середку вырезать, иначе она у меня не вставала. Также поставил вторую сетку на решетку радиатора, чтобы было более-менее заподлицо. Вот так вот, вот у меня выходит. Ну и все, сейчас соберу и посмотрим на результат. А, хотя, кстати, я еще не показал разницу. Сейчас я один сделаю, одну фару засверлю, вставлю и покажу разницу между до и после.
Так, в общем, сделал я одну из фар, как и говорил. Для сравнения, вот вам, пожалуйста, одна заменена, а вторая осталась такая, как была. Ну вот и думайте, какой вариант лучше, какой вам больше нравится и стоило того оно или нет. Вот такие вот дела. Кстати, по колесам начал делать и хотел вам показать, что можно из стандартных колес сделать нечто прикольное, всего лишь пройдясь чуть-чуть черной краской. Вот здесь я начал мулекать, но остановился вовремя. И вот смотрите, какое оно было и какое колесо может стать. Оно, вот в принципе, то же самое колесо, но выглядит оно уже более живо и более объемно. Хотя, да, одно и то же колесо. Посмотрим с задними колесами, то же самое. Но она еще чуть-чуть не подсохла, я, так скажем, показываю влажное состояние, но все равно видите, что оно более-менее настоящее, как выглядит. И смотрим, какое оно было. Но вот здесь игрушка, а вот так смотрим, уже более-менее как настоящее. Вот вам и всего лишь-то черная разбавленная акриловая красочка. Все, теперь собираем и результат. Ну вот и все, наша очередная микродоработка подошла к концу. Вы увидели микро, назовем так, лайфхаки, как можно доработать подобный автобус, либо другую машинку, это не суть важно. Я в восторге от подобных автобусов, вот именно в таком кузове. Они очень прикольные и необычные. Вот такие дела, если вам понравилась эта доработочка, просьба поддержать видео с лайком, оставить комментарий, что вы думаете о моем проектике, предложить свои варианты каких-либо проектов по машинкам. Будет очень интересно. Подписываемся на канал. Все, кто хочет помочь в развитии канала, ссылочка на донейт кошелек будет в описании под видео, либо в информации о канале. Всем спасибо, пока!